что ж, всем привет, студия StarLadder TV приветствует вас. У микрофона Слэм, и мы с вами начинаем просмотр матча Alternate Attacks против команды Ниндзя в пижамах. Собственно говоря, сказать здесь больше нечего. Пик бан карт был весьма увлекательный, и НИП играет второй раз за вечер карту Инферно, что, собственно говоря, для Alternate совсем нехорошо, даже при их медленном стиле игры за атаку. Давайте посмотрим, наверное, сейчас сайт пик и попробуем все-таки определиться вообще с тем, кто же займет сторону защиты. Ну, сторона защиты, скорее всего, для НИП не будет работать так же, как, ну, аналогично матчу НИП-Нави, потому что немцы более закрыты, более пассивны, и игра дома — это их конек, и никак не выбивание рашей, но, по-моему, НИПы решили тут вот бандой. Ну да, одного вчетвером в углу зажали, и за последним пошли тоже по красоте. 1-0, ножи берут, по-моему, это свэп. Да, свап просит Фифларен. Друзья, Фифларен сейчас является, наверное, контролем команды, контролирует практически все процессы, которые проходят вообще, в том числе пик банкард, черк и все прочее. Ну и лайф. Лайф, друзья, НИП защита. Атака Атакс, и, по-моему, даже состав Alternate Attacks на эту игру выставлен, да-да-да, их обычным лейнапом. Это, друзья, Феликс, Кристалл, Рак, Эсмо и Солик. Ну, для Рака, конечно, можно всегда вот эту штучку сделать. Ну, давайте смотреть, наверное, уже матч. Давайте смотреть, что покажет Феликс и как Alternate сыграют мид. И посмотрите, НИП играют совсем иначе. Не так, как в матче с Нави, скорее всего, именно сейчас... Так, вы не видите, рачок уходит, да, и вы видите то, что здесь как бы принимается перекрестным огнем 15-20, собственно говоря, мид падает. Фрайберг 1 играет на Б, Alternate ждали, видимо, поджима с бэтлунта, поэтому играли с ямой и пытались выйти очень быстро к дуге, но ничего не вышло. Форест минус мидле, забирает Феликса, Форест минус Кристалл, вот под Б начинает действовать Солик, заставит врасплох Фрайберга и понимает, что Б плент был пустой, но бомба осталась в яме. Три игрока команды НИП уже в спине у Солика, тут надо прятаться. Гидрайт забирает рака на втором мидле, и Alternate Attacks, как бы это громко, не громко, как бы это грустно не звучало, просто не сыграли в этом раунде, и НИП загоняет последнего Солика на Б, имея бомбу, сброшенную в яме, и вообще колоссальное преимущество, счет становится 1-0, ну и НИП, возможно, сейчас просто будут уничтожать, продолжать дальше. Ну, включаем автодиректор, он нам, в принципе, поможет и подскажет все, что нас интересует. Тем временем, друзья, местоположение команд в турнирной таблице. Давайте посмотрим. Так, вкладочка Лига, конечно же. Ну вот у Alternate, как-то, знаете, 1-0. Одна победа. И сейчас, возможно, будет первое поражение. Но Фифларен уже пострадал на 70. И немцы готовы сейчас выйти на Б. Меня, кстати, радует Alternate. Реально команда из Германии. Играют немцы. Ну, кроме Солика, который точен как часы, ведь швейцарец, недаром. 4 в 3 размен, уверенная игра Alternate на этом эко. Нужна просто бомба, вот они это понимают, но, по-моему, бомб кэрри там не успеет дойти. Ошибается Солик, и... Ну, бомб кэрри, рак последний, его просто здесь надо... О-о-о, нет, все-таки посадили. Ну, попал он плотно по экзисту, 2-0. Две потери, экзист, Фрайберг, но они же были боевыми потерями, поэтому проблем для них этот невзрачный размен особо сильно не создаст. Так, Кристалл. B250. А, кстати, народ, сейчас есть такой момент, то, что все скины не грузятся. Все команды играют с дефолтными скинами. И нет, ни ножей, ничего толком. Играют на обычных девайсах. Нет, кстати, даже юспов и всех P2000, P250 простые, голенькие. Так что вот оно что. Для кого-то это был, наверное, огромный сюрприз. Так, загнали дугу. Минус Фрайбер. Вот Alternate как-то Фрайберга все-таки убивать умудряются. Что не хватило у Нави, непонятно. Но тем не менее, выиграв перестрелку на дуге, просто львиная доля игроков команды НИП уже оказывается в медле, и тут уже ничего не сделать. Ну, Alternate дальше никуда не пошли. 3-0. Первый девайсный для атаксов. Давайте посмотрим, что будет. Вообще, с деньгами-то все в порядке. Вот, ну, рак, давай. Ну, надо, не знаю, АВП думать. Но без АВП будет сложно. У Фифлар, у Гзиста даже есть авик, и все-таки это ЭКМ. А Гзист навик. И это не продропанный авик, друзья. У Гзиста первый респаун. Ему, скорее всего, его скинули, и он может его реализовать. Смотрим, чек яма, флешка. Нет. Нет, экшена не было. Экшена не произошло. Немцы занимают полтора и двигаются в сторону дома. Какие-то непонятные разменные флешки влетают, кривые, потому что вроде бы команды играют, сами себе накидывают. Так, прострелы с ковров напугали рака. Тем не менее, Alternate будет продолжать пытаться играть
в апленду упора. Шведы же перегруппировали немножко защиту, укрепили двадцатку. Ну, готовятся они к тому, что это будет просто быстрый выход. Ну, не быстрый, а выход именно в преимуществе на 20. Но его не происходит. Так, гранаты загнали рак. 1-2 открывается Форест. Не ждал. Не ждал 2 КМа. Ну и пока у Alternate получилось одного насидеть. Теперь нужно насидеть еще один минус. И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот халявный фраг был у тачки на самом-то деле, но Фрайберг хоть фраг и халявный, но опасный. Поэтому делает фраг именно он, а не его. 3 в 4 отрезают разводящего на, все. Ну, Адам Фрайберг будет один отбиваться. Флешка пошла, загоняет первого, пытается драться. Ой-ой-ой, Фрайберг сжирает двоих последних. Здесь суппорт СВП 4-0. Что-то у Альтернейт все то же самое, что и у Найв. Вначале было против Непов на этой карте. Ну, по пингу сразу спешу отметить 89 рачка, 42 солика, Феликс 22, 17 АТСМа, 36 Кристалла. Ну, у шведов вот как у Кристалла и Феликса. Но 88 у Рака это сильно. Рок-н-ролл! Покажет ли он нам его сегодня или нет? Автодиректор приветствует нас. Команда НИП уже находится на всех частях карты. Несмотря на то, что вроде играет за защиту. Поджали со всех сторон. Немцы пытаются выбивать. И что-то пока у них этого не получается. Ну, в общем, Марапупа продолжается на Старладере сегодня. Мне уже страшно становится сейчас за последних доблестных воинов, которые будут сражаться в последней встрече. Это команда Aces, господа. Ну вот по анонсу игровому давайте, наверное, все-таки сверим наши данные. Natus Winzer сегодня уступили НИП 11-16. 4 раунда Aces взяли у Na'Vi. Вот сейчас встреча Alternate Attacks. НИП могут набрать себе очки. И отправить команду Атак чуть-чуть пониже в сетку. И вот последний матч Титан. Титан Aces непредсказуемый. Он тем, именно тем, что... Вот мне интересно, сохранят ли они? Сохранят ли они стабильность в составе? Будут ли кики или баны какие-то? По неподтвержденной пока информации есть такая инфа, что действительно будут очень громкие трансферы на французской CSGO сцене. И вполне возможно, что сегодня даже Титаны и со стендином могут прийти навстречу. Вот там уже будем делать выводы. Но Вакарм пока молчит, поэтому будем просто ждать инфы. Фриберг минус Эсма. Вообще, я говорю Фриберг, потому что мне озвучка очень сильно понравилась. Кстати, народ, вы часто на YouTube-канале вот критикуете, пишите, я вам отвечаю. Вы меня просили забыть ник мини-сисик, я его забыл, теперь он будет просто миниск. А так вообще поправляйте, как бы вам хотелось услышать. Ну, кроме Кьоли, которого мы... Так, Фифларен! Словил пятнаху, Кристалл идет один. Зачем? Дождитесь, дождись второго. Выйдите в линию, отстрелите пески. Ну, НИП играют так нагло, так просто. Вот, НИП берут реально чуткостью в микромоментах. Скилл плюс уверенность. Ну, Феликс будет сейчас слоуплеять, грубо. Но 22 секунды, этого мало. Было бы у него секунд 50, еще бы... Он даже, кстати, походу не знает, что в пленте кто-то есть. Да, он не знает то, что Гетт ушел. Ну, в итоге пытается развести Гетт. Райта ломает кабину! 11 секунд, ставится бомба. На реладе находятся большие пески и... Форест сейчас может продинамить Феликса. Феликс постарается потащить это очко. Давайте смотреть. Форест его увидел за тачки. Феликс рискнул. Фрайберг проходит уже в спину. Феликс дает много демейджа. Фрайберг! И Фрайберг не прощает в такой ситуации. Ну вот Форест нормально здесь сейчас нервы подергал Феликсу. Был бы тот на самом-то деле чутка поувереннее, не испугался бы Форест, играл бы один на один. Это был бы блестящий клатч для него. Матч ставится на паузу на фристайме. Информации у меня нету, но это ладно. Пауза стоит нормальная, значит, ничего супер экстренного не произошло. А пока вам напоминаю, друзья, подписывайтесь на StarLadder в социальных сетях, следите за репортажами с чемпионатов, в том числе и крупных турниров. Ну, вот Катовицу не освещали, но об этом забыли. Но Фрагбайт, друзья. Кстати, в эти выходные с 20 марта начинается плей-офф Фрагбайт Мастерс, друзья, и все выходные практически для вас будет работать Страйк за микрофоном, и я прошу вас смотреть это, потому что наши команды все в нижней сетке, их матч в приоритете для просмотра, ну и вас ожидает интересный замес Фрагбайт Мастерс. Ну и далее, на следующей неделе нас будет ожидать опять-таки матчи StarLadder, еще раз StarLadder, доигрывается Fnatic Лига, доигрывается Фрагбайт, и после этого мы будем все грызть пальцы в ожидании LAN-финалов. Так, ну что ж. Так. Oh, great admin, thanks.
Вот, видимо, рак. Из зрачка, да, проблема? Да, из зрачка. Но вот панда сразу среагировал, то что пинг все-таки у него там 90, это жесть. Ну, сами можете посмотреть, дабы не было здесь каких-то нечестных элементов. Все, Фрайберг просит анпаузу. Ну и мы возвращаемся к просмотру встречи NIP против Alternate. Счет 6-0, NIP явно, явно в духе сегодня драться, сражаться и вообще... Так, Зист минус Кристал, Гидрайт минус Эсма, ой-ой-ой. Ну вот это называется сняли с паузы. Сняли с паузы и девайсный раунд команды Alternate остается на рачке, у которого пинг 90. Он 1 в 4. Вот почему, вот я сейчас тут задумался, все же помнят эту чудесную передачу про MTV, где Exhibit ходил и всем прокачивал тачки. Вот когда можно будет подойти просто там, не знаю, к Valve сказать «Pimp my internet, please». Вот это было бы круто. Просто на уровне. Прокачай мой интернет. 7-0. 7-0. Непы впереди. У Alternate так еще какие-то шансы остались, но судя по их быстрым действиям, опять же, в начале раунда на мидл, на Б, я подозреваю, что им нравится, и они испытывают огромное желание быть принятыми на дуге. Но вот под хорошие флешки зашли. Гидрайт с Фрайбергом, правда, несмотря на эти хорошие флешки, откинули свои и спокойненько приняли этот раш на Б. Два игрока упал, бомб керри стоит. Ну, в стеке остается один П-250, два АКМа. Численное преимущество, конечно, у них незначительное, но 2-2 по плантам, и для Alternate это уже задача не из легких, поэтому придется сейчас гадать, куда же стоит пойти. Идет последние попытки чек и меда. На самом деле они там сейчас раскинули моменталками. Видно, что Alternate уже волнуется. Не считают тайминги апланта и позиции игроков апланта. Выходят на Б. Форест готов. Ой-ой-ой, Линдберга загоняют в угол. Он просто промазал, зажал по Кристалу. Не понял, что происходит. Вернее, не про Кристалу, а по Солику. Либо по Раку, который проскользнул в плент. Ну и вот, наконец-то, вроде Alternate заняли точку. Хотя сыграли относительно быстро. Все-таки первые минусы паузы в атаке намного лучше, чем первые минусы не в свою пользу. Без паузы в атаке хорошая флешка. Хитларен. Вот он должен был этой флешкой слепить Солика, но, по-моему, она просто не долетела до места назначения. И на восьмом раунде при счете 7-1 Alternate отталкивается. При счете 7-0, вернее. Ну, один раунд это нам еще пока ни о чем не говорит, но то, что они его взяли намного быстрее, чем мучилась команда Na'Vi на этой карте, явно говорит о том, что Alternate знают стиль игры NIP, знают, что нужно делать, и явно видели матч с командой Na'Vi. Так, Фрайберг. Ну вот. Едва-едва взяли, и НИП снова играют в свой Counter-Strike и показывают то, что они явно... По-моему, это, знаете, по-моему, они играют сейчас по фану. Они, конечно, выкладываются, все такое, но для команды НИП, знаете, StarLadder это был таким турниром, когда на LAN-финалах им реально было всегда тяжело, всегда сложно, и именно поэтому им он и нравился. А вот в интернете они мне сейчас напоминают какой-то там 4-й или 5-й сезон, где команда НИП просто бегала против всех коллективов и брала в мясо. Ну, практически в мясо. Эко от Alternate. Экзист играет пока что взор на центре. Ну, все, надо еще третьего победить. Ой, Форест. АВП. Умер. Эсма и 4 в 2. Гидрайт ищет жертву. Пока нету. Бомба в этот момент выходит по коврам. Подрезает Форест с АВП. Бомба ставится на экономику в глубине бунта, ну и у Рачка тут шансов очень мало. Резать! Резать! Говорит Фрайберг, и Рачка просто сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это креветочки. 9-1. 9-1, и NIP, по-моему, будут дальше сейчас давить в этом матче. Я не знаю, как вообще Форест взял, умудрился, зарезал. Ой, Фрайберг, жесть. Бедный Рачок. Бедный Рачок, просто он так старался выжить, так на это надеялся, так на это рассчитывал, но не зашло.
совсем немного и не зашло. Встреча продолжается. НИП. Атакс. Наконец-то Альтернейт вроде готовы собраться. Так, убьет ли? Да, все. Рак убивает Фифларена. Видите, как он паникует? Он боится то, что здесь поджим дома массовый, сразу пойдет размен. А размена никакого нету. Да с ним тиммейт сейчас занимает окно, а пропускается такая граната. Ну вот, такое ощущение, что три игрока находятся в одном тимспике, а еще два игрока в другом. Ну и в итоге Форест на коврах. Пытается дергать Рака. Рак, вернее, пытался дергать. Ну вы видели, что было. Форест просто дождался этого выпада. Двадцатка идет туда же. Выход на мидл уже обломался, а АВП не сработало. Попадает Форест, попадает Кристал. В спине Фрайберг. Забирает Кристалла красного. Феликс последний. 1-2. И экзист. По злому. По злому играют NIP. 10-1. 10-1. И пока ситуация в лучшую сторону для NIP не меняется. Ой, для Альтернейт никак не меняется. Они по-прежнему выглядят теми же самыми мальчиками, которых бьют. Ну, уверенно, двоих первых приняли. Почему потом не смогли ничего поделать с этим, непонятно. Так, ну что ж. Пушит дуги. Завтыкал рачок. Не прочекал темный. Получил по заслугам. Смотрите, Фрайберг стоит, набивает в колокол. Второй поджимает в упор. Короче, Альтернейт в ступоре. Они не знают, что делать, куда деваться, куда бежать. И явно у них сейчас есть большие трудности. Но мне кажется, что они, скорее всего, просто общаются, как это любят делать немецкие команды. 11-1. Ну и счет начинает напоминать мне, что карта Инферно действительно сегодня играется в прямом смысле как Инферно. Они буквально устраивают пекло немцам. Устроили сегодня также Na'Vi пекло команде Aces на трейне. Ну и Кристал берет АВП. АВП также есть у Фореста. И Форест против Кристала, если я не ошибаюсь. Да. Номера 5-6 в этом матче. Но Форест не пошел играть мидл, не был респауном. В итоге дуга от команды не пушится. На этот раз Альтернейт понимает, что надо как-то выкуривать. И вот изобретают молотов на тачку. Вторым молотовым отрезает Фрайберг просто опасную позицию. Влетает флешка, Фрайберг зажимает. Отходит к ЗИС. Вторая также пришла. Ну и, в принципе, дугу сдержать не готовы. Их уже трое на Б-пленте. Об этом немцы не знают. Пытаются туда дальше пройти. Фрайберг дает дым. Выходит спокойно на тачку. Ну и из дыма врасплох застает рачка. Пинг 90 плюс релат. Вот это ты удачник, говорит сейчас Фрайберг Раку. Солик дает ответный размен с прифайра. Ну и выход на Б-плент будет закрывать вот такая вот позиция от Гзиста. При том, что, по-моему, он ее разыграет уверенно. Нет, нет, нет. Гидрайт. Дает огонь на кафеле. Занимает быстро церковь. Ее не успевает занять Альтернейт. Красный Солик идет занимать эту позицию, но проигрывает ее. И 3 в 3 на выбивание отправляет шведская команда. Спасти могло только АВП Кристалла, но и дымы его закрыли. Прострелы Б3 закрывают еще двойку, которая стоит почему-то в таких опасных позициях. Может быть, Феликс сыграет в упоре, но пока сказать тяжело. Не попал Пифлар, но гидрайт минус Кристалл. У Альтернейт закончились силы и закончился их вот перекрестный огонь. Форест. О, Форест! Как ушел! Как ушел стрейфом! Буквально ну, секунд, наверное, ну сколько? 3, 2, 1. Ну, успевает. Там еще секунды 3 в запасе. Даже у не постается на этой бомбе, но выбивание просто фееричное. Феликс не подловил. А вот если бы рискнул и вышел в церковь, мог бы наказать двоих. Как он не забрал... О, боже мой! Все, это... Короче, Гзист сейчас будет вместе с кем они там. Гзист и Фрайберг, друзья. Покупают два... Папагана и пойдут показывать, кто тут папочка, девочки. Я не могу на это. Просто пошли, отдали раунд, Гзис сгорел. Ай, красава! Красава, не сработала. Гидрайт, гранаты, минус Эсма. Да это они издеваются, это никакой нафиг не КС. Это пошли они все. Ну что за дела, я не знаю, как это можно комментировать. Ну, парни, ну хорош уже, а. Ну то, что Гзис сгорел, это и песня. Феликс 7 хп на той же позиции. О, посмотрите, что происходит. Гидрайт просто зажимает Альтернейт, сами выходят и дохнут на него. Я не могу на это смотреть. Просто вызовите мне врача. Звоните в любой ближайший дурдом, я пойду туда сдаваться. 13-1.
13-1 это просто невероятный замес от команды NIP. Сегодня их карта The Inferno реально оставляет для одних команд мрачный след, но для зрителя очень позитивный. Так, теперь уже Фрайберг, Зист и Фифларен, и Форест готовы. Короче, серьезно играет только Гидрайт, да? 4 машингана, куча дымов на респе. Ну и у нас еще тут крутит баранку дальнобойщик один. Так, да это я про мувимейкера, друзья. Ч-ч-ч. Так, ладно, давайте смотреть. Вот это жесть вообще. Никто не умер еще пока. Во, пошли, пошли дела, друзья, пошли дела. Так, Зиста сбивает, Фифларен на релайде, 4 в 3 ситуация. Кристал проник на малые проблемы, NIP, апленд пустой. Немцы, по-моему, только-только до них доперло, что точка-то уже пустая, и над нами издеваются. Ну ладно, последний раунд он такой. Эсмос и ВП. НИПы не теряют надежду здесь задавить, и Фрайберг остается последний с машиной. Ну вот он играет грамотно. Вау! Вот это пулеметчик просто. Это Counter-Strike еще в исполнении на IP сегодня. Ну и 50 секунд на Team Swap. ГХ пишут игроки. Я на самом деле думаю, что немцы явно ну, не считают, что это good health. И это беда. Я помню, раньше стояли просто на респе и шли заваривать чай на эк и писал киллу. Но так бывает. Вот еще и Хлоя так делает. Ой-ой-ой. Не будут с вами играть матчмейкинг. Закрыт будет к этому доступ. Просто закрыт. Ладно. Тем не менее, немцы взяли 2. Но это на самом деле плохо. И вы сами видели, сколько было раундов, когда действительно было численное преимущество и какой-то реально понятный нормальный расклад по происходящему. Но в конечном итоге все закончилось очень-очень печально. И вот Альтернейт почему-то не смогли даже в преимуществе брать свои раунды. Ну и издевательство, конечно, тоже было весьма интересное со стороны шведской команды. Может, где-то на лане бы это приняли за анманеризм. Но это Интернет, и вы сами... О, боже мой. I go cowboy! Та-т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 а
Вы просто не поверите, я не знаю, включайте стрим, народ, Антон, включай стрим, смотри, это нереально. Я первый раз такое вижу на официальном матче. Их пытаются чекать, посмотрите. NIP! NIP, второй дым. Граната, хорош! Давай вторую, пятерых взорвем! Смотрите, они. Не-не-не, не теряют концентрации. Они идут до конца, открывается первый. Раки вылезают с флешек. Немцы уже втроем на Б, не продолжают играть в гопников. Это. Ну это жесть. Вот это диверсия. Они заходят в флэн, там 2 за Б3. Иди на китрайт. Просто человек радар. Ну все, развалились, молодцы. Короче. Ну я думал, возьмут, ну. Ну и матч продолжается, шведские не пытаются отыграть эко, берут, как видим, ничего не берут, просто остался уже один фифлар, ну давайте за ним смотреть. Между прочим, он номер один в сегодняшней встрече с немецким Alternative. И идет тащить, нет, с ножом на Феликс. 13-4. Ну, Alternate, в общем-то, после такого, наверное, не теряют...
Фифларден прокапитанил, походу, да. Пистолетный раунд. Я думаю, не просто стебутся. Не просто стебутся, издеваются. И будем надеяться, что Альтернейт сейчас на самом деле дадут бой. Я очень бы сильно хотел в это поверить. Серьезно, вот если вспомнить... Не, конечно, да, не Дедас 2. Это не Дедас 2 в первую очередь, но это светлая карта. Альтернейт умеют ее играть в защите. Если на первом девайсном раунде НИП не выстрелят, то их вот такая вот... Такое легкое, скажем так, поведение в плане серьезности может оставить плохой след на них, и Альтернейт все-таки развернут. Так, ну вот даже несмотря на глоки в руках, размены все-таки от скилла залетают неплохие для Альтернейт. И так, готовится флешка. Феликс дает инфу. Флешка. Никого нет. Никого нет. Все, флешка прилетела. Остается Гидрайт, Форест. Нет дигла. Так, Форест на бомбе. Давайте смотреть за ним. Выход на главку. Ну, здесь только 15 стоит. Более-менее активно, и сразу же отдается эта точка. Но аккуратно играют, в любом случае, даже против этой бомбы. Солик готов ассистировать сейчас Рачку, чтобы принимать перекрестным огнем 20-ку. Заходит Гедрайт, падает, Форест последний с бомбой. И... Не, ну если он сейчас пойдет на Б, поставит, я тогда просто... Я не знаю, что я это сделаю. Ну вот он не идет на Б, он думает, что там сейчас будет перетяжка, а там пуш с дуги. В итоге Фореста просто ждут. Форест ждет, Фореста ждут. Он говорит, привет, парни. Посмотрите, 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 посмотрите. Ать, ать. Схитрить хотел. До последнего шел Патрик Линдберг. 13-5. 15-15 статистика Кристалла. Ну, начинают вырываться немножечко немцы сейчас со своих мертвых позиций. И может даже возьмут больше. Но первый девайсный у команды НИП. И первую пистолетку, кто пропустил, тот опоздал. Так, Эсма. Сигарета Б3. Интересно. Фрайберг начинает сразу. Вот. Слушайте, я в шоке немножко сейчас СНИП. Вот едва-едва лег дым с КТ-респауна, Фрайберг сразу неплохо так разжался по дуге. Тем не менее, Кристалл в упоре занял. Он сейчас дает инфу на слух, и это очень важный момент. НИП его решили проигнорировать, атаковать просто до упора. Сейчас все будет решать реально стрельба. У НИП нет подготовки, у них есть только поздние расклады, фишки с гранатами. Закидывают библиотеку. Библиотеку можно, в принципе, зажимать. Там уже Феликсу просто не дадут выйти. Играют на дальних дистанциях, на стрельбе. Игра во пленте. Невнимательно играет Пифларен. Тем не менее, ковры с второго раза увидели. Рак принимает. 2 в 4. Линдберг плюс Гзист. Падает Линдберг. Остается в живых единственный Гзистуха. И пока что его позиция не совсем классная. Он остался. Но должен был отрезать аркаду в спину. Но здесь сделать что-то тяжело. Тут 2-1 контроля. Вот, наконец-таки, Феликс в библиотеке, которому не дали выйти в течение всего раунда. Он сохранил свой... себя в тайне. И вот в последний момент ударил, добил. 13-6. Сейчас не... Вот я надеюсь, что Альтернейт будут сегодня той командой, которая заставит ниндзя в пижамах реально, ну, быть готовыми играть в онлайне на все 100. Нельзя просто так брать и ползти на картонах на бэплэнд. Даже если первая половина выиграна в мясо. С одной стороны, хорошо, что мы все посмеялись. Но с другой стороны... Для Альтернейт это тоже было хорошо. Но НИП молодцы. Они держали планку. Держали планку артистов до последнего в этой пистолетке. Так, ну что, без попытки организовывать атаку. Проходит сейчас раунд со стороны. Они пытаются найти какие-то контакты на пленте. Может, дырку какую-то. Но в итоге все-таки это будет просто главка. Солик. Вот так вот. Под моменталку сыграл сейчас Солик. Под свою же. Забираются девайсы с 15, 3 в 3. И на Эсмо сейчас практически весь аплент висит. Если здесь где-то дернется рука у Эсмо, то он может просто не принять. Ковры проходит первый. Фрайберг падает. Форест попытки разменять. Эсмо отлично выдерживает Фореста, но не справляется с Элисундом. 1-2 стоит с Элисунд. Его поджимает 20-ка. Кристалл должен был заставить врасплох, но нет, дает спрей мимо. Гидрайт знает о 15. И бомба лежит под Гидрайт. Там, так, ну вот он ее пытается найти. Она... На коврах забирает. 25 секунд до конца раунда. Я не знаю, слышал ли сейчас Гидра... Посмотрите, Альтернейт, как встали. Все встали, да, думают, что Гидрайт уйдет. Он просто аккуратно чекает 20-ку. Заходит в плент. Двойной клик. И неужели Альтернейт пойдут на размен без перекрестного огня? С Элисундом сурово. Ну все, это раунд Гидрайта просто. После такого. Если, конечно, Феликс сейчас не потащит. Дигл. Дигл должен спасти все. Одну пулю попасть надо Феликсу.
И его, ай, нож. Гидрайт просто блестяще отманцовывается за ящиками, заставляет Феликса расстрелять всю обойму. И второго или даже третьего рачка в этом матче получает альтернейт-атакс от зрителя. Ну и нож, дорогие друзья, сегодня это как никогда актуальный расклад. Эх, нипы просто сотворили сегодня нам все настроение. На всю ночь, наверное, вперед. Но впереди еще один матч, друзья, уходящего вечера, сегодняшнего игрового дня. Поэтому будьте готовы поддержать команду Aces, посмотреть за их встречу с командой Titans. Французы должны сегодня начинать уже как-то работать в стар-серии более активно. Так, Гидрайт минус Солик. Ну, понятно, что после такого нипы уже просто будут играть свой КС, не будет больше машинганов. Хотя, может, 15 раундов возьмут и пойдут в 5 ВП давить. Так, ну есть шансы сейчас принять вот на медле Гидрайта. Да, все, отрезали Гидрайта. Был шанс принять на Б у Рачка, но пока только на минус 1. Ну, 4 в 2. Альтернейт будут сейвить девайсы. Вернее, один девайс, который у Рака. Интересно, кстати, ножик, вот я вижу, подгрузился. Непонятно, что же Гидрайт вот так не смог собраться на матч с поляками на лане. Ладно, забудем. Забудем талант финалов вообще. Про все игры, все турниры, которые были. Да, деньги разыграны, места заняты, но... Вообще, StarLadder всегда удивлял, вопреки всеобщему мнению, например, на одном из StarLadder'ов. Команда не, просто не прошла в финал, упав от Virtus.pro. На другом чемпионате. На других чемпионатах дэвили всех. Тут не прошли. Мне интересно, что на этих лан-финалах покажут парни. 15-6 пользуя на IP, и давайте смотреть, будет ли там стёб. Или они уже хотят закончить это. Просто пока реально непонятно, будет ли здесь продолжение. Или не будет. Да, будет продолжение. Так, нип. Не, продолжение в смысле не будет. Будет продолжение простых девайсных раундов от NIP без экшена. И без приколов. Начало весьма уверенное. Брейт ВП. Дуга занята. Занят дом под флешки аккуратно. Рак просто... даже вот Рак сейчас даже не знает, сколько человек в доме было. Он знает то, что один у него был по-любому, по нему он попал, но не сильно. В этот момент совершается закидка Б-плунта, и это делают Дис Фрайбергом, при том, что это какой-то полуфейк. Хотя нет, посмотрите, Фифларна подловили на 15-ти. Пойдет ли Экзист? Видит? Видит? Не видит? Ого! И Феликс просто сейчас сидит в бассейне, не видит его Экзист. Феликс минус Экзист. Фрайберг разменивает. Бомба жердочка. Кристалл делает выпад и также лишаются сейчас немца своего ВП. Бомба ставится очень безопасно от суппорта. Но, тем не менее, альтернейт — численное преимущество, которое они, по-моему, стараются проиграть. Все, Б3, Фрайберг остался, 1 в 2. Ну, лево забрали, в церкви никого нету. Понимает он, что, скорее всего, дуга хелпана перестроиться могут альтернейт. Смотрим, что будет. Рак пока что фокусит по Б3. Оба прошли, все увидели. Ну, осталось только дожать, все. Первый спрей и фраг от Эсма. Это будет 15-7. Вот альтернейт тоже на 15-м раунде команды НИП. Попробует сейчас взять больше раундов, чем Нави. Мне вот интересно, будет это 11 очков или все-таки нет. Освежим память. В первом матче игрового вечера, да, 11-16 НИП выиграли на этой карте Нави. Ну, потом забили Aces, конечно же, закидали их. И вот здесь альтернейт должны как-то выбираться на 12 хотя бы. Ну, чтобы, знаете, цель какая-то была. Просто, типа, если они сейчас даже не возьмут 11 или даже 10, то... смысла стараться особо сильного не было. Раундов просто важных. Раунды важные начинаются вот на той схеме, когда уже разница хотя бы в 5 даже при таком счете. Несмотря даже на такой вот наглый темп игры со стороны шведской команды. Эсма. Набревает Фифларена. Сегодня Фифларена набревает, по-моему, все, кому не лень. Вот это называется хороший дым, но Фриберг не прошел на КТ. И посмотрите, где бомба у них. Пытается пройти 15. Вообще, вот это решение. Кристалл начекал. Гидрайт не пошел. Ждет 20. 20 нету. 15-7. Феликс забирает Фореста. Ну и 1 в 5 остается Эллисонт. А денег нет. Денег нет. И если этой бомбы не будет, то не будет следующего девайсного раунда. И мы, скорее всего, увидим просто шествие команды. Альтернейт атакс к пределу 10 раундов. Ну, я всякое видел, но клатч в 1-5 на 37 секунде. Хотя бы попытаться его, что ли, потащить, это как-то не очень. Не очень реальным это кажется. Но то, что у альтернейт реально... Так, под флешку. Феликс.
Зачек. Оп! Ну, Гидрайт, конечно, старается. И он успевает поставить бомбу, оставаясь 1-3, влетает Грант на кафель, Гидрайт, отличная позиция. Он просто бреет хелпу здесь спокойно, но Дуга сейчас должна все ему испортить, я надеюсь, Дуга первая выйдет у Альтернейт. Да, выходит Дуга первая, и Кристалл его забирает. Ну, вот хелпа с таких позиций, конечно, принимается непредсказуемо, может даже выпад с церкви, но не Дуга. С Дуги ты всегда увидишь эту точку. Счет становится 15-8, и поздравим немецкую команду, они сейчас... В двух раундах от десятки, в трех раундах от зеркального счета с командой Na'Vi в матче, матче Na'Vi NIP. И могут сыграть лучше, чем Na'Vi. Ну, если по финальному результату, конечно же, определять. Создает интригу сейчас немецкий снайпер. Меняется позициями, остается, да, бесчейндж будет играть. А, они будут разводить на дальнего. Ну, вот сейчас игра на живца решит все. Опс, промазал Кристалл. Вот суппортит ему, Фрайберг сейчас потерялся, то, что два ковры, и не потеряет двух игроков на первых секундах 24-го раунда. Ну, так как для Альтернейт он в любом случае последний, для них вообще каждый раунд последний, то вот НИП явно сейчас понимают, что здесь главное не переборщить с самоотдачей. Ну, то есть, не самоотдача, а с забиванием на косяки. Главное не фидить. Просто может быть так, что немцы подразгонятся, поймают свою игру и... Будет 15-15. От этого, конечно, все будет в восторге. Так, закидывается Б, подготавливается плотно. Выход на стрельбу. Преимущество было численное при этом приеме у немецкой команды, но что-то... Что-то, ой-ой-ой, ну все, это печально. Толик идет в дым, забирает Вифларна, но его разменит моментально Форест, 2 в 2. И на этот раз не будет дуги. Ох ты ж, Фореста поджигают, горит болото, горит бомба. Ну, пока горит, это, конечно, бонус. Зачекают ли Гзиста, мне интересно. Так, Гзиста чекают, Форест остается играть на голову. Но он знает об АВП вдали и ловит прострел. Все, рак просто ждет. АВП ждет слева. Рак пушит, отдается. Разводит Кристалл. Но играет очень грамотно сейчас немецкий игрок. Команда Альтернейт не может найти бомбу. Все, вот она, вот она. Никуда она на тебя не делась. 3, 2, 1 и... О-о-о-о! Вот это да, вот это да. Последняя секунда. ГГВП писал Феликс, ГГ писал Гзист после этого минуса. Ох, нот пишет Феликс, ГГ, лол, лол, пошутили игроки друг на друга. 15-10, я верю все-таки в 11 раундов команды Альтернейт. Очень-очень сильно. Я даже не хочу смотреть eGamingBet's коэффициенты, но мы их сегодня уже с вами смотрели. Тем не менее, прикол просто в том, что на ЕГБ КФ может быть совершенно разным. Ну, реальная сила команд после Катовица, да, была, по-моему, доказана всеми и вся. Так, ну и, возможно, последний раунд для Alternate Attacks. Если это будет 10-й, то это будет хорошо. То это минус деньги у шведов, и можно попытаться сыграть действительно 16-11. Фрайберг. Опс! Какая граната просто была рандомная, тупо мимо Фрайберга прилетела. Как он от нее ушел? Да этому парню надо в астронавты, а не в КС играть с такими... С таким пониманием. Ну, чувствовать физику в игре тоже варик. Тем не менее, Фрайберг добивает Эсмо. Его разменивать уже идут двое вместе с бомбой. Гидрайт охотится. Так, ну вот ждет, то, что выкурит. Солик минусует Фореста на пленте. Понимает Гидрайт то, что, скорее всего, игрок защиты находится за Б3. И его будут пытаться... Да, увидел пиксель. Вышел, но не справился со стрельбой. Попал на большой разброс. Фифларн, Гзист, размена. Ну и не самое стандартное звено для клатч-раундов остается в живых у NIP. Фифларен, Гзист. Так, ну смотрим. А вот у Альтернейт очень плохой заход. Они не через размен идут и уже терпят. Уже терпят проходящий через суппорт. Так, пытается спалить. Ну, горит Фифларен, но недолго. Ложатся кривые дымы. Будут дефузить, но не-не-не. Все, попадает Кристалл на два девайса. Пытается отжать на все 100. Садится Дэфи, дергает и... Ой-ой-ой, Кристалл хорош! 5, 4, 3, 2, 1. Аллилуйя. 16-9. Ну почти, почти взяли, друзья. Совсем чуть-чуть не хватило.
Ну как сейчас сыграл Кристал? Блестяще. Серьезно, я без всяких шуток. Вы видели, что он сделал? Он просто взял под контроль всю ситуацию. Даже не стал по этому поводу особо сильно переживать. Вырубил вообще на ура. И, собственно говоря, это нас немножко... Ну, меня тут уж точно удивило. Не знаю, как вас. Увидимся с вами на матче Титан против команды Aces, господа. И эта встреча будет явно очень-очень напряженной. Во-первых, для тузов. Во-вторых, сегодня им уже нормально напуляли. Так что будет проблемный счет, скорее всего. Ну, в общем, все, увидимся минут через где-то, наверное, 5-6, и будем смотреть последний матч игрового вечера, и узнаем, наконец-таки, смогут ли Aces сегодня сыграть матчи с Титанами лучше, чем с Na'Vi. Счет на ваших экранах матча с Na'Vi. Raise your hands up high.